Это гибкий камень. Мы сейчас часть листа покажем, как из него, ну, режется облицовочный кирпич. Для этого нам нужен нож канцелярский, ну, обойный нож, сапожный, карандаш, линейка. Ну, можно также правило. Точная резка. Ну, дополнительно не помешает ломер. Для начала мы доставляем его и начинаем отмерять. Мы делаем кирпичики 9 на 25. Ну, можно под любой размер его, какой удобно. Вот, по 9 сантиметров мы отмерили. Сейчас вот отмеряем по 25 сантиметров. И также продольно. Таким путем получается.